Tak a teď vám povím tu historku o tom vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti. Radíme, ten konec moc nerozmazávej, jsou tady děti. Já vím. Tak pan otec stál tady na tom místě, spustil tuhle tu stolici, když v tom pro něj přišli ze zámku. Ovšem je to jenom pověst. Докладываю. Мельника не оказалось дома, поэтому экскурсию проведем без него. Итак, товарищи, это мельница. Но мельницы бывают... Разные! Правильно. Ты что там делаешь? Ну-ка, брось эту штуку. Между прочим, эта штука держит тормозную колодку. Да? Правильно сказал. Вот эта штука держит, это нормально. Лекция окончена.